метровая РДБ Номан, 80-я мачта и 1200-е крыло от РДБ. Ты крут! Ну вот, собственно, вот это 1200-е крыло, 15-16-й парафойл, где там Максим сзади. Балласт не чувствуется. Ощущение, как сказать, без мата, шикарно. Вот с этой досочкой мне прям понравилось, не зря я заказал у Дениса. Короче, все супер. В таком размере мне очень нравится. Не надо, конечно. Итак, с пятнашкой драйв. Понравилось, я думаю, что уже все знакомы. И это, как сказал уважаемый конструктор Алексей Круглов, можно брать этот кайт единый на все ветра. Вчера покатались в 15 метров в секунду на этом кайте. Рекорд прыжка был 13 метров у Николая. На гидрофойле мне удалось стартануть в 3 метра в секунду. Поэтому великолепно. Великолепно в этой... Медуза или рыба? В чем прелесть такого кайтинга? Ты управляешь кайтом одной рукой. Нагрузки почти никакой. Хочешь зарезаться на ветер? Едем. Хочешь слив? Пожалуйста. Снизу?